Сегодня у нас здесь проходит 20-я классическая лыжная гонка. Заявлено примерно 200-250 человек, и бегут от мала до велика, и дети, и ветераны, и взрослые, и, конечно же, сильные участники, мужчины и женщины, которые сегодня борются за топ-6, потому что у нас денежные призы предусмотрены. Первый старт у нас 750 метров, это дети 12-14 годов рождения. У них очень будет острая конкуренция, потому что там заявлено более 50 участников. Мы даем старт основной дистанции мужчинам. Это дистанция у них 15 километров, два круга по 7,5 километров. Круг очень сложный, рельефный. Погодные условия сегодня тяжелые. Сегодня идет снег, морозно, поэтому быстрых скоростей, я думаю, сегодня не будет. И стартует женщина. Тоже очень много сильных спортсменов, мастеров спорта из международного класса, действующих мастеров спорта. Гонка очень престижная, потому что еще при жизни Ивана Степановича Утробина, к сожалению, который ушел от нас 25 июня 2020 года, на 87-м году жизни, Иван Степанович, можно сказать, основал всю эту трассу. Иван Степанович также у нас является и почетным жителем города Красногорск, и заслуженным мастером спорта. Он был бронзовый призер в эстафете на Олимпийских играх 64-го года и бронзовый призер чемпионата мира, также в эстафете. И более 15 раз он был победителем СССР. Технологии не стоят на месте, и гонка отличается от того времени уже электронным хронометражом, аппаратурой, атмосферой. Вы видите уже инфраструктуру. 20 лет назад здесь не было еще стадиона, ровным счетом ничего, ни раздевалок. Сейчас для участников полный сервис. Это у нас и раздевалки, и душевые, и камера хранения вещей, и трибуны, то есть крытые. Все условия идеальные. Можно проводить чемпионат мира.